В ОТБ в Алтайском крае выдал первую ипотеку на индивидуальную жилую застройку по договору подряда по эскроу-счетам. Рынок недвижимости перестраивается и готовится работать по новым правилам, так как с марта 2025-го вступят в силу изменения в закон, согласно которому строительство дома с привлечением подрядной организации будет возможно только через счет эскроу. Механизм эскроу-счетов уже давно применяется при строительстве многоквартирных домов. Он позволяет защитить наших клиентов. Денежные средства перечисляются подрядчику, застройщику только после окончания строительства и подписания акта прямой передачи. С точки зрения эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства, эта норма будет обязательной только в марте следующего года. Но уже сейчас мы вместе с нашими партнерами учимся работать по данной технологии и привлекаем как можно больше подрядчиков к этому виду работы с нашими клиентами. Сейчас ипотеку на ЖС выдают двумя способами – по базовым условиям банка и по льготным программам, в частности, семейной ипотеки. Но господдержка с низкой ставкой уже сейчас возможна только с эскроу. Государство заинтересовано в том, чтобы урегулировать рынок недвижимости и оставить в нем надежных застройщиков. Дело в том, что работать по новым правилам могут лишь аккредитованные банками строительной компании. Эскроу-счета используются в программах, связанных с семейной ипотекой. Семейная ипотека поддерживает наших клиентов купить загородные дома или дома в городе, ну, скажем так, новые и свежие, в современной стилистике. Это очень востребованная история сегодня у наших жителей. Условия получения семейной ипотеки на ЖС по эскроу-счетам те же, что и для ипотеки на квартиры. В семье должен быть один ребенок до 6 лет, два и более несовершеннолетних детей или ребенок-инвалид. Ставка в таком случае составит 6% годовых. В Алтайском крае сумма кредита может достигать 6 миллионов рублей с первоначальным взносом в 20%. Добавим, что сейчас получить кредит на ЖС по договору подряда без эскроу-счета возможно по базовым условиям банка. За подробной консультацией обращайтесь к специалистам ВТБ.